Задумывались ли вы, сколько сил, нервов и энергии мы тратим на построение личных взаимоотношений? Любовь, секс, брак, продление рода, с кем выпить кофе, либо же провести остаток своей жизни? Написано множество книг, призванных дать нам эти ответы, но они остаются по-прежнему открыты. Свой путь в психологии был направлен на изучение моей собственной личной жизни. Я столкнулась с многими задачами, которые формировали и закаляли мою ответственность. Я поняла, что только в моих силах изменить свою жизнь, построить те взаимоотношения, которые будут наполнять меня и ресурсно раскрывать. Я уверена, что каждый человек может быть счастлив, реализован, а самое главное – любим, только в том случае, если он хочет этого сам. В работе с моими клиентами помогаю найти тот ресурс, который направлен на улучшение их качества жизни, на построение долгих, счастливых взаимоотношений. Все наверняка слышали фразу, что все проблемы из детства. Или хоть раз ощущали, что как будто проживаете не свою жизнь. Моя личная история не была исключением из правил. Я пришла в психологию и сделала осознанный выбор, который воплотила мою деятельность, мою жизнь и то, что меня действительно вдохновляет. Почему я стала детским и семейным психологом? Ребенок впитывает о себе информацию с помощью окружающих его близких людей. Родители выполняют роль проводника и помогают ребенку разобраться, что он из себя представляет, раскрыть его потенциал и помочь ему разобраться с его возможностями, желаниями, потребностями. Ведь человек становится личностью, а не рождается ею. Однако родители забывают эту простую истину и своими же руками взращивают комплексы и страхи своим детям, применяя разрушающие методы воспитания, впутывая их в собственные взаимоотношения с супругом. Именно родительские установки влияют на нас в нашем зрелом возрасте. В моей практике я сталкиваюсь с желанием женщин что-то поменять в своей жизни, перестать чувствовать тревогу, неудовлетворение, дискомфорт, чувство вины. Мы также часто сталкиваемся с вопросами, почему я притягиваю определенных мужчин в мою жизнь и действую по одному и тому же сценарию. Любопытный парадокс состоит в том, что когда я принимаю себя таким, какой я есть, я приобретаю возможность измениться. Карл Роджерс. Каждый человек хочет быть счастливым, но далеко не каждый готов что-то менять в своей жизни, так как это предполагает определенную работу над собой. Мой путь в психологии начался с очень непростой жизненной ситуации, и мне очень хорошо знакомо, что такое нездоровое, токсичное, несчастливое отношение. А чувство того, что теряешь себя и не знаешь, как быть дальше. Страх перед переменами, особенно когда у тебя на руках маленький ребенок. Психология и психотерапия дали мне те знания, которые помогли справиться с непростой жизненной ситуацией. Я сделала выбор – дать себе возможность быть счастливой. У меня все получилось. Я готова поделиться с вами своим опытом, своими знаниями и помочь вам найти себя, разобраться в том, чего же вы все-таки хотите, как вам действовать дальше, найти новые смыслы, определиться с новыми решениями и наполниться позитивными эмоциями. Все начинается из любви к себе, которая помогает нам действовать во благо себя, принимать решения во благо себя, избавляться от токсичных людей, делать выборы, которые будут помогать вам в жизни, а не ставить преграды. Работать над собой, работать со своим личным «я» и становиться лучшей версией себя. Я уверена, что если вы захотите изменить свою жизнь по-настоящему, у вас точно все получится. Объединив наш опыт и знания, мы пришли к идее создать курс трилогии счастливых отношений. Три города – Одесса, Киев и Днепр. Три спикера, три взгляда на взаимоотношения. Наш проект для тех, кто хочет разобраться в себе, выйти из токсичных отношений и построить гармоничные и счастливые. Для тех, кто готов изменить свою жизнь к лучшему. А наш курс будет проходить на удобной для вас онлайн-платформе. Это будет не просто сухая теория, а и набор упражнений и домашних заданий. А мы будем на онлайн-связи в течение всего курса. Будем сопровождать вас и отвечать на волнующие вас вопросы. До встречи на курсе «Трилогия счастливых отношений».